Выставу «Про мне светла» лёс жанчыны ў гады халакосту прадставіў Яд Вашем. Это ізраільскі нацыянальны мемарыял ахвярам фашысцкага геноциду. Экспазіцыю арганізавалі пры падтрымцы культурнага цэнтра «Натыў» і пасольства Ізраіля ў Рэспубліцы Беларусь. Именно эта тема была взята, которая рассказывает судьбу женщин, как они прошли эти тяжелые годы, что вело их, что им помогало. Тут отображены истории женщин и в роли матери, и в роли подруги, и в роли помощи ближним и заботы. Ведь во время Холокоста на женские плечи легло очень-очень много. И вот эта выставка показывает, как в этом ужасе можно было не потерять эти лучи света. Каханне, творчасць, вера, рэальныя гісторыі і фотаздымкі жанчын размеркаваны па рубрыках. Напрыклад, у раздзеле «Клопат пра блізкага» распавядалі пра Стэфанію Вільчынскую. Разам з Янушам Корчыкам яна заснавала яўрэйскі дом сірот, выхаванцаў якога фашысты загадалі знішчыць. Педагог магла выратавацца, але суправаджала дзяцей да апошняга. Выставка была доставлена сюда, как премьера сегодня. И дальше она, возможно, поедет уже, может быть, в Музей Великой Отечественной войны дальше на постоянную выставку. Как бы. Поэтому вот у нас такой большой обзор. Люди должны слушать, мне кажется, видеть и чувствовать. Наступная экспозиция, падрыхтаваная мемарыялам «Яд Вашем», зместить еще больше жаночих оповедов. Она запланована у Музея Великой Айчиной войны на Красавик.